Всем привет, ребята! Сегодня у нас новый ролик по дрэг-рейсинг уличной гонки, и это будет ролик чисто для новичков. Вот чисто, не будет заездов, ничего такого подобного не будет. Сегодня мы обсудим команды. Как вступить? Вообще даже вопросом задаюсь большим. Для новичков, естественно, это гайд будет. Но для уже тех, кто в команде, тех, кто уже понимает, как вступить, все такое. Ну, это я для тех, кто не имеет либо Телеграма, либо ВК, либо WhatsApp. Ну, короче, вот там, понимаете ли, по ролику поймете, почему я сказал, что если вы не имеете Телеграма, WhatsApp или ВК. Вообще, на самом деле, вы когда скачиваете игру Дрэг Рейсинг, уличные гонки, вы задаетесь вопросом, а есть ли в этой игре клан? Вот где, вот смотрите, там вот рядом с кубком справа есть такая, видите ли, иконка, то есть два человечка. Как раз это команды, где вы можете вступить. Сейчас у нас обновление было, поэтому там еще проще было вступать. Сейчас только кидаешь заявку в любую рандомную команду и, короче, попадаешь. Я уже сам состою в команде, и меня никто еще не выгнал. Честно, ребят, по моему опыту, я куча раз вступал. Я враньем как-то добился. Вступил, правда, меня потом вышвырнули, можно сказать, как щенка на улицу. Да? На, иди, вон. Ограничения пришлось 8 дней отсиживать, потом еще, но потом опять выгнали. Короче, туда-сюда, и я решил, что нафиг в эти топы вступать. Решил вступить, короче, в, так сказать, в те команды, где они вообще там в самом низу всяких списков. Короче, вот. У меня вот такая Toyota на 1500 LST. Естественно, это не полный ЛСТ, 20% вы прибавляете ЛСТ, и вы сами понимаете, какая тут тачка. Короче, жига, тупо для испытаний, но я на ней проехался уже. Машина для 350 стейджа, для 350, надеюсь, настроим. Ну ладно, давайте идем к моей машине. Вообще, вот такой окрас, наверное, очень вам нравится. Он, наверное, красивый, я сделал максимально его стильным. Давайте сюда пойдем. Вот, я сам уже стою в команде. Команда ДК, в общем, приходите. Тут всем рады. И Богдан Ругачев. А это еще... А, смотрите. Данил Булин. Что-то все перезагружаются. Опа. Вот, в общем, у нас... Да что за дурак? Что за дурном, ребят? Так, погодите. Лидера такая. Лидера, опа, 500. О, я ж такую вроде видел где-то. А где, не помню. Что-то похожее видел. Ну, это что-то, ой, у этого как-то меньше стало ЛСТ, хотя... Ты что тут? Это на испытательном сроке, видимо, недавно вступил. В общем, вот, сегодня я вам расскажу, как вступить в команды, какие лучше вступать, где вас не выгонят. В общем, заходим вот сюда и смотрите. Надо мне тут только одно сделать, знаете ли, просто чуть-чуть мы сделаем так, репутация, язык, естественно, русский, тип команды открытые. И поехали, применяем настройки, все вот эти. И у нас тут сразу первая команда с самой высокой репутацией. Вот это Battle Speed Team 2. Смотрите, ноль описания, состав. Давайте глянем. Состав. Ну, тут лидер. Ну, это, естественно, какие-то мощные, наверное. Давайте поищем одну команду, где вы, наверное, охренеете немного. Вот, ребята, я говорю именно вот про эти дебильные команды. Вот про них я и говорю. Сейчас я вам что скажу, в чем причина, почему я так их называю. Я потому что вы сейчас все поймете. Для входа авто, для входа авто, для боссов, фан в турнирках, фан турнира. Турнире, короче, вы понимаете, 8000 плюс или несколько аккаунт, понимаете, вот это число несовершеннолетнее от 20 тонн бензина в купонах, чего, 20 тонн или тысяч, наверное, 20 тысяч. По поводу вступления писать в ТГ. Вот я говорил, вот это вот ТГ, нахрена ТГ, есть заявки сраные, которые можно принять. Нахрена ТГ. А черт его знает, ты устанавливаешь ТГ, просишься в клан, тебе отправляют, короче, на три буквы. Вот, и все.
все. И ты не можешь вступить, и ты думаешь, все такие команды? Нет, ребят, не бойтесь, не все. Но здесь еще можно сказать про стена Телеграм. На вообще на возраст не обращайте, все равно никто не узнает, какой спросит, сколько лет. Да напишите 19, блин, класс вообще будет. Ну, нет, это еще не та команда, блин. А вот некоторые команды меня именно вот выбешивают. Ой, ребята, вот. Вот дебильные, вот именно команды, которые меня бесят. Смотрите. Взнос $600 по воскресенью. У меня вопрос. А у каждого ли игрока имеется $600? Нет. Наверное, нет. Их нету. Тупо не у каждого. Конечно, у меня почти уже $1000, но $600 я не хочу тратить тупо по воскресеньям. Мне просто не успеть накопить столько. Что сказать? За неделю вы просто не сможете накопить. Это надо быть богатым. И вот и все. Фулл бусты от 30-40 боссов в неделю. Телеграм обязательный для общения. Хотя не знаю, нахрена Телеграм, может, я понимаю, может, это была команда создана до того, как уже есть заявки, как бы командный чат, хотя он и был раньше командный чат. Но надо Телеграм, надо идти тебе, выходить из игры, заходить в Google Play Market, это писать Телеграм, скачиваешь Телеграм, пишешь эту команду, там общаешься, спрашиваешь, можно войти, сколько авто, такое, все, ты 2 часа с ними просидела, и они сказали, ваша машина не подходит. И ты думаешь, ах вы хрени некрещеные сраные. И вот ты именно хочешь им так позвонить и сказать, вы чё, охренели, берите меня, давайте, я тут 2 часа-то не зря просиживал с вами. Вот. Ну, Телеграм тут вы сами видите, то есть, понимаете, вообще хотите, не заходите, мне-то плевать вообще как бы. Ну, я могу, конечно, там и закрасить, но мне-то плевать вообще, что хотите тут варить. И хотите, вступите, хотите, нет. Ну, это просто. Клан принимаю. Вот 3000 LST. Класс! А у каждого же, ребята, у вас есть 3000 LST на какой машине? Мне кажется, нет. Если вы не миллионер донатерный. Вот и все. Тупо. Запас бензина в купонах. Не менее 3000! Вы что? Это клан реально донатеров. Ребят, ну это реально клан донатеров. И вот таких кланов, да просто тьма тьмущая. Но, ребят, есть хороший клан, нормальный. Листаем на какую-то последнюю вообще там страницу, я не помню даже на какую. Вот. А что у нас? А где наша команда? Не помню. А где ДК? ДК нету, что ли? Погоди. Ну вот, видите, ноль, открыто. Вон, смотрите, что. Берут вообще, похоже, любого, мне кажется. Вон, смотри, описание ноль, ничего нету. Вон. И, ребят, ты смотри, любую тыкаем просто без описания. Вот, ребята, для новичков. Вот эти команды, да просто берите. Вот реально, заходите, играйте с ними, вот. Не надо вам ни Телеграм, ни машину, просто зашел, все. Тебя приняли, сказали, давай, братан, вообще приходи, заходи всегда. Всегда встречаем. Вот, ребят, команды, которые я всегда любил. Вот, и люблю. Раньше я что-то пытался куда-то вступить в топовые команды. Думал, они как-то, ну, ничего не заметят. Нет же, они постоянно меня вгоняли, надо было сидеть 8 дней срок. Я не знаю, что они не могут мне до одного дня сократить. Разработчики тоже мне неизвестно. Ну, вот, короче, вот так. И таких, ребят, команд здесь куча. Просто смотрите. Может, некоторых, да, там, Гуд, вот, хорошие, Габба и Мага. Ну, смотрите, тупо. Принимаю, что тут? Ну, оттащился, ну, это, там, накачать недолго. В принципе, пару чертежей влили, купили там какие-нибудь за золото, что-нибудь какие-нибудь. Накачать вы сможете 1000 LST, там, нефиг делать называться. Купили пару турбин топовых за 480 баксов, наверное, каждый в состоянии заработать. Ну, там, где-нибудь продать что-то. Ну, ребята, таких команд куча. Просто вот сюда бегите, заходите. Вот, ребят, лучшие команды вообще в игре. Вот таких я уважаю. Они эти телеграммы... Извиняюсь за кашель. Вот, там некоторые команды просят 3000 тебе LST надо иметь.
там, понимаете ли, телеграм, вот этот телеграм, туда пиши, 2 часа сиди, тебя не впускают, заходи в ВК, устанавливайте в ВК, там, WhatsApp, у вас в итоге 3 приложения сраных, которые вы удалите явно через 3 года, и которые вы просто выкинете в помойку. Вот, ребята, нафиг вам телеграммы, нафиг вам ВК, зачем вам WhatsApp этот придумали? Телеграм, ВК, не, ребят, вообще не наш разговор. Мы пацаны русские, мы знаем, что делаем. Вот это, ребята, по-пацански. Ни телеграмма, ничего не надо. Просто бери старую телегу. Ой, ну не телега, это не телеграм, я в том смысле, а бери какой-нибудь старый Жигуль, чуть-чуть прокачай хотя бы до 100 и иди в команду вступай, вообще не думая. Вот, ребята, это команды по-пацански, и все, вообще будет идеально. Вот, ребят, хотите в команду вступить? Вот, команды good, хорошие, самые лучшие. Вообще, ни телеграмма, ничего, ну, это вы уже сами слышали. То есть, вот, ребят, команды. Нафиг вам раскачивать тачку до 3000 ЛСТ, а потом скачивать телеграм? Нафига? 100 накачали на Жигули, все. Турбины там 2 вставили нафиг, какую-нибудь хреновину за золото прошили туда, не знаю, там коробку поставили, настроили, все. Сидите и кайфуйте, как будто вы на пляже. Идеальное вообще то, что надо. Поэтому, ребята, команды топчик. У нас тоже топчик. Давайте, кстати, покатаемся на каждой тачке. Давайте посмотрим, у кого сколько ЛСТ, у кого самая малая. 600. Так, это что у нас? 1732. Сегодня, видимо, все повходили. Что-то кроме... Ань, мы сюда не входили. А, ну да, тут было столько, ЛСТ. Опять поставил. Да ты что меняешь-то тачки? Что ты меняешь? Давайте на каждый покатаемся. Давайте, это самое слабое берем. Давайте, какой-то новичок, наверное. А это не... Нет, это не Мартин. Я не помню, но это какой-то игрок, которого я помню. Давайте покатаемся. Что же он тут такое собрал? Так. А, ну ладно. Ну, как тут? Блин, ну слушайте, тачка-то неплохо валит. Ну-ка. Даже повысил вот вам звук. Ну, короче, такое. Ну, сейчас вы, ребята, увидите точно скорость. Это машина вам скажет, пацаны. Да, ребят, мы сегодня ее затестим. Вот, вот такой даже гайд. Я говорю вам, не будет заездов. Ну, я ж не говорил, что я на своей должен машине заезд будет. На других-то мне можно, я вам просто показываю, что у нас за тачки вообще в клане. Какие топовые они. Смотрите, просто. Все, улетает. Просто машина разрывает. Разгон до 100. Раз. И все. И машина улетает в космос. Ну, сейчас вы увидите вот эту еще машину. Это у нас Супри. Супра. Супра, Супра. Давай, Супра, покажи, что отходит у тебя тут. За кабриолет такой у нас. А, он еще уже поломанный у него. Ну, ладно. Насколько это тухлая машина? Вот вы сейчас увидите. Ну да, вы скажете, да, тухловато, та была эффективнее. Но прикол, у нее-то даже вроде меньше ЛСТ, тут где-то 2000 воткнуто. Но я не понимаю, 2000 откуда у нее появились-то, словно говоря? То есть 2000 чего это? Это турбины там тупо? Какие турбины, интересно, там поставили? Там что, как у меня, что ли, сборка? Просто вообще непонятно мне ничего. Что там за сборка? Как 2000 набрать? Да, я понимаю, можно все прокачать чертежами, и все получится. Видите, смотри, даже никто не вносит почти. Давайте посмотрим, банк, кто хоть вносил-то вообще что-то. История операции. Что тут? А, пригласил команду. А, он пригласил команду. А это сколько времени? А, ну, недавно он пригласил. Данил только внес в команду копейки.
Я не стал носить ничего, потому что у меня и так вот с деньгами, видите, проблемы, баксами все нормально. Ну, в общем, вы, ребят, наверное, поняли, то есть, насколько команды тут такие, прям, знаете ли, думают, что все уж на мощных телефонах. Да, конечно, игра вот на мощных нам телефоне, но вы можете также на каком-нибудь тоже телефоне. Просто поставьте настройки. Минимальная игра не будет лагать, все будет отлично. Кстати, ребят, напишите в комментариях, как вы оцениваете мой винил, кстати. Винил неплохой, я думаю, но продавать я не могу, потому что у меня аккаунт без према. Наверное, все этот аккаунт уже знают. Я его вам показываю в тех выпусках, наверное, как мы там играли, как я... Кстати, ребят, по поводу боссов. Я что-то, да, сделал вам первую серию и что-то решил. Ну, а чего там интересного? Таких серий, ну, понимаете ли, их как грязи. То есть, прокачка боссов. Да вон, зайдите на канал Димича. Вообще там геймбосса, еще кого-нибудь, ну, которые вот снимают про эту игру. Вы найдете прокачку, как он Жиги старый называет, который уже сейчас вот такое чувство, вот вот-вот еще километр, она просто упадет вся называется куда-то. Вот то же самое. И я решил, ну, типа одну часть, ну, вам так, чисто. Кстати, ребята, я не знаю, у меня может аудитория английская, если вы англичане, то не переживайте, может выпуск выйдет на английском что-нибудь, но я не хочу просто снимать, говорить на английском целый ролик. У меня и так, я, да, конечно, хожу к репетитору, но, ребят, я что, английский каждое слово, что ли, знаю? Не, конечно, hello, hello называется, я-то знаю, а вот типа другого я не знаю. Ну, вы гляньте, сладенько отойдет, который имеет 300 зацепа, 300 почти, там 5 зацепа, но это не. А вы гляньте, насколько она сладко прокачана. Ну, просто движок в максимум, чип в максимум, подвеска. Подвеска бывает. Короче, процессия, турбо тоже в процессе. Я тут одно что-то решил до оранжевого. Тут тоже в процессе. Тут еще вон тоже в процессе все. Вот, ребят, в общем, вступайте в клан. Клан берет каждого. Если вы вдруг начали и в другого вступили, ну ничего. Не обязательно к нам бежать. Лобовуха 25. Я насколько можно низкая. Даже понимаете ли, вот если не для кого, но если мы зайдем в кузов, я сел порог. Тупо потому, что машина с огромным вот этим вот GT, мне просто вот он нравится. Ну, как вот, ребят, GT, может он, конечно, да, покрасивее будет. Но что-то как-то мне этот GT не нравится. А типа такой, ну, тоже неинтересно. А тут он, вы гляньте, вообще идеально порог. Идеально ведь. Да, какой-то там белый... Что это за белая такая фигня у меня? Видите, такая белая. Фиг пойми, что это. Недорисовка, может. Тупо. Кстати, ребят, на передний привод я не знаю, что ставить. Я на растяжках катался, но потом я понял, что это для полного привода. Это вообще для заднего привода, типа... Типа, а смысл вот это вот ставить? Потому что у меня, видите, вот на другой машине для стейджа. То есть тут поставлен вилибар. Еще она не топовая собрана. То есть так можно сказать. На дерьмище. Кстати, ребята, если у вас вдруг такая же есть Toyota, которая имеет 1504 ЛСТ, то есть зацеп, ну как у меня, короче, почти сборка. Извиняюсь за кашель. Второй раз уже. Вот вам тупо слив настройки КПП. Если что, я КПП брал от Bentley. Понимаете, от Bentley. От Bentley я взял. Ребят, идеальная передача. Вот здесь я просто тестирую тупо. Вот здесь можете ничего не брать. Тут вообще стоковая. Я не знаю, зачем третью сделали. Ну, типа, может, первая 804 метра, вторая, типа, на 402 метра, третья, может, вообще на бездорожье. Типа, это просто я для тестов пытаюсь выяснить. Ребят, вот, фоткайте, скриньте, просто и... Делайте для машины вот такое. Bentley, ребята, я взял у Bentley. Вот реально, спасибо. Тот человек, которого я говорил, уже кто снимает вот это вот все там, как они развиваются. Вот им спасибо, реально. Большое спасибо. Они как бы, когда снимали ролик, я с передачами мучился. Я не хотел со мной ставить. Ну, а вы представляете, сколько бы я мучился? До роликов бы хрен вышло. Ни хрена не выходило бы. Ну, я тупо лишу так. Списать с Bentley. Ну и чё? Bentley, блин, мне вообще сказал. Братан, ты вообще молодец. Подвесочку вот такую сделал. Ну, да, для теста. Вот она.
Эку как-то... Я фиг его знает. Надо так, наверное. Конечно, я фиг его знает. Тут так, как-то так, криво боком. Ну, тут пятерка, естественно. В общем, ребят, что вам рассказываю? Да тупо скачивайте игру. И правильно. Если сходите в клан, также можете в наш. Если вы хотите в наш клан, тоже переходите. Не по ссылочке, нет, не по ссылке в описании. А, естественно, в игре. То есть скачиваем игру, никакие телеграммы не надо, не бойтесь. У нас здесь не на телеграм, поэтому вот так. Если будет там изменено описание, потому что я когда вступал, там не было ничего. Да там явно ничего не будет, потому что не было изменений. А если было бы, оно мне пришло на почту. Ну, ведь на почте ничего нету, значит, ничего не было. Хотя не, я помню, я один раз в одну команду вступил, в РИД. Ну, вы, наверное, знаете, уже ролик про нее есть. Один раз я даже смотрел, когда эту же команду. И знаете, они сделали описание. Прикиньте, они, наверное, сделали в тот день, когда описание, увидели, машина не подходит под описание. Так, блин, я мог вообще забыть ее обновить. А тут прикол-то в игре. Они не могут делать автоматическое обновление. То есть ты типа взял, если ты ее поставил, ты ее должен сам вручную обновить. И в настройках-то прикол. Вообще такого нет. Вы смотрите. У меня все подключено, я счетчик решил убрать тупо. Ну нафиг он нужен. Там все равно FPS не настоящий показывают. Ну типа вот так. Поэтому, ребят, что я вам мямлю? Короче, все, давайте на этом все. Подпишитесь, поставьте лайк ролику, напишите комментарий, как вам помог новичкам. Как говорится, ребят, если у вас проблем, пишите мне в комментах, я вам подскажу, если я об этом знаю. А если нет, то, ну уж извините. Не всегда могу ответить. Естественно, только в комментариях напишите. К примеру, скажу я, как настроить передачу. Типа, какую передачу делать для Toyota Королы 1504 стоит. Я такой пишу, бери четырехступку, короче. Вот первая, вот вторая, вот третья, вот четвертая. Все. Ничего я больше не спрашиваю. Вот такая коробка, ты будешь вывозить точно. Если у тебя 295 зацепок. Будешь точно вывозить. Вот, ну, в общем, на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч, ребят. Надеюсь, канал будет процветать. Лицо в сообществе слил я. Ну, хотя я в прошлом ролике с Фёкой был, поэтому все узнают, какое у меня лицо. На этом все точно. Всем спасибо. Встретимся на следующем дрэк-заезде. Пока.